Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал! Смотрите, у нас весна никак не может прийти. Опять холодно сегодня в Ташкенте. Ой, погода такая прям холодная. Ветер такой холодный. Ой, не знаю, когда же придет весна, мы его так уже ждем все. Сегодня обещают снег, снег и что будет холодно. Здравствуйте еще раз. Я стою здесь в вестибюле и смотрю во двор школы, как у нас здесь вообще холодно. Может быть, это последний снег, не знаю. Может быть, это будет последний снег. Сегодня какое? 14 марта. Ну вот идет снег. Обещает минус. Минус 1-2. У меня сейчас окно. Окно — это значит, у меня сейчас нет урока. Поэтому вот вышла. Ну, покажу вам снег, который идет в марте. У нас редко так бывает, но вот в этом году зима, она поздняя получилась. Так особо холодно не было, а вот теперь она затянулась, получается. Давайте сейчас посмотрим. Я сейчас вам поснимаю снег. Здравствуйте. Идемте, выйдем. Вот. Ой, такой снег идет. Ну, вообще-то хорошо. Смотрите. Вот. Вот такой снег. Салам. Вот он. Что-то не видно, да? Как идет снег. Вот он. Вот такой снег. Смотрите, уже в обед сколько снега. Утром было ничего, а вот сейчас вот такой у нас снег. Смотрите, это уже после обеда. Вот такой вид у нас. Погода сегодня менялась прям по скорости, со скоростью света. И, конечно, шучу я. Смотрите, какая красота. И уже этот небо такое вот голубое, видите? Утром было пасмурно, в обед пошел снег, сильный, с метелью. И вот, что имеем сейчас.